зонды. Это зонд Блэкмора. Зонд Блэкмора. Он имеет вид вот такой, желудочная манжета и пищеводная манжета. Ну, это для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен. Это шприц Жаннет. Это катетер Фалея. Это катетер Нелатона. Это ректальная трубка для отведения газов. Это многоразовые мягкие катетеры разных диаметров. Это женский катетер жесткий. Это мужской катетер металлический. Так, теперь вот это называется ректоскоп. Ректоскоп. Это, так скажем, не совсем зеркало, но ректоскоп. То есть, видите, обтуратор. Вот, для того, чтобы, если что-то побежит, заткнуть. Вводится вот так. Вот. То есть, сначала перректум делается. Здесь вообще сложно вам понять, конечно, что это такое. Здесь вообще предстательная железа находится сейчас. Там предстательная железа. А вводится он... Вот пациент может на спине лежать, но ноги на держалках. А может быть колено-локтевое. И вводится... Вот он вводится. Вот. А потом... Раз. И смотрим. Здесь подается источник света или инструмент. И вот мы смотрим. Вот. Через него. Так. Дальше. Вот инструменты. Это... Так. Это инструменты специальные. Правильно. Смотрите. Катетер Фогарти. Это зонд для иссечения вены. Это игла для пункции плевральной полости многоразовая. Это одноразовый стилет-катетер. Видите, вот стилет, вот катетер. Это многоразовый тракар. Скальпель – это однозубый крючок для трахеостомии, для фиксации трахеи. Это многоразовая канюля для трахеостомы. Это одноразовая. Это реберный ранорасширитель. Это зажим на легкие. Вот еще нужно записать. Треугольный зажим на легкие. Вот это называется... зажим на уходящую часть удаляемого органа. Уходящие, которую мы удаляем. Допустим, вот эту часть мы оставляем, да? А вот эту часть удаляем. То есть мы раз и положили его. То есть, а сюда мы положили мягкий зажим. Мягкий зажим. Мы его вот здесь отрезаем. Эту часть убираем, понятно? То есть на уходящую. Вот это реберный распатор для удаления надкостницы. Это костные кусачки, реберные кусачки, реберные. Это протез бифуркационный, аортобедренный. Это дуговая пила, дуга. Это гвоздь для остеосинтеза шейки бедра. Для остеосинтеза шейки бедра. Это распатор для надкостницы, изогнутый и прямой. Это пластины для наружного остеосинтеза. Это кусачки Листона. Это костные кусачки, изогнутые по плоскости и
по оси, ось, и по плоскости, костные кусачки. А это вот то, что я говорил, костодержатели. Вот это вот еще, это система по Билау. Ну, понятно, да? Клапан Билау, пассивный дренаж. Клапан здесь, а это в воду опускается, а это к плевральной полости. Так, здесь вы видите, вот это ручная пила со спицей Киршнера. Это, вот она, смотрите, скоба ЦИТО, то есть Центральный институт травматологии и ортопедии, и спица Киршнера. И вот так за бедро фиксируется, а так это как лоуд. Это шина Дитерихса для перелома бедра. Это лестничная шина Крамера. Это штифт для, вот эти штифты для интрамедулярного остеосинтеза. Это трепан для трепанации черепа. Кровоостанавливающий жгут. Ну, это, это аппарат Илизарова. Теперь общие инструменты. Корнсан. Цапки. Цапки. Скальпель. Вот, ну, это зажим типа Кохера. Хотя Кохер, это примерно вот так, такой длины. Понимаете, это другой автор называется. Ну, Кохер, потому что здесь зубчики. Это куперовые ножницы. Купер. Хирургический пинцет. Вот Микулич. Микулич. Видите, он длинный, изогнутый, для фиксации брюшины. Это диссектор. Почему он изогнутый? Потому что рана, и вот мы начинаем выделять ткани. Это фарабефы. Это называется четырехзубый ретрактор. Четыре зуба. Это седло, да, седловидное. Большое седловидное, малое. Это узкое длинное печёночное зеркало. Это S-образный ретрактор. S-образный. C. S. Это лопатка Буяльского. Вот это, Буяльского. То есть, что делать? Просто-напросто вот дай руки вот так сделай. Вот так сделай, да. Вот так сделай, да. Вот рана, мы ее должны ушить. А отсюда органы выходят. Мы вот так погружаем и ушиваем, потом убираем. Вот это Г-образный. Г. То есть буква Г. Г. На уходящую часть опять. Уходящая часть, которую мы убирать будем. Либо там на желудок, вот, либо на пищевод. Вот это жом Пайера. Жесткий зажим. А вот зажим мягкий, дай палец. Кишечник. А подай, попробуй, не бойся. Вот это. Так, вот это, вот такое же точно, а? Но Люера другой. Это для изогнутые, для прямой кишки. Для прямой кишки, вот этот окончатый зажим. Люера, он другой, он прямой. Ну, может быть, это Люера изогнутый. Вот это называется периферические катетеры. Многоразовые иглы, это одноразовые иглы. Капрон, кетгут. Как называется дренаж? Резиномарлевый дренаж Пенроза. Пенроза. Вот эта игла, я не знаю, что это такое. Дешан. Она называется Дешана. Дешана, да. Но я никогда ей не пользовался. И вот
из наших коллег тоже никто. Она есть для левой руки и для правой. Вот видите? Вот сюда и есть сюда. То есть вот право, а есть лево. Ну, для подведения лигатуры под сосуды ее используют. Для подведения лигатуры, а? Венесекшн. Ну, для венесекции, ну, то же самое можно сделать и с помощью вот такого ретрактора, понимаете? Вот мы разделили ткани, вот разделили, потом, смотрите, подвели его сюда, раздвинули, лигатуру взяли, подвели, все. А здесь мы должны, ну, предположим, вот этим зажимом там выделить ткани, вот, подвести, потом взять эту иглу с лигатурой, подвести, взять пинцет сюда, убрать, завязать. Для чего? Это называется ложечка Фолькмана. Ложка Фолькмана для удаления конкрементов из холедоха. Это то же самое. Это T-shaped foam drainages, а это дренаж по Пиковскому. Понятно? Все.